Вот рубашечка с зайчиком, симпатичная. Но стоит больше 1000 евро. А по испанским законам нельзя платить наличными ни за какую покупку больше 1000 евро. Только карточки. А наши карточки здесь не работают. Поэтому сколько бы ни было налика, рубашечку не купить. Не то чтобы я собирался. Вот мой приятель очень переживает. Ему зайчики нравятся.